Париж на грани стихийного бедствия. Уровень воды в Сене достиг 6 метров и продолжает расти. Вода прибывает на 1-2 сантиметра в час. Сегодня ожидается пик паводка. Затоплены улицы, остановлены навигации. Закрыты несколько станций метро, ограничено движение транспорта. Не работает музей. Закрыты Нотр-Дам-де-Пари, музей Дорсе, Марсово поле. Частично затоплен Лувр. По словам метеорологов, с понедельника дожди в регионе прекратятся и уровень Сены пойдет на убыль.